Скажи мне, ты говорила сегодня с Артуром? По крайней мере, ты видела его? Нет, нет. Клянусь, что я его сегодня не видела. Нет, не видела. Нет. А как же он прошел в кабинет Габриэлы? Ее-то ты видела? Нет, вы знаете, он ей послал... Да-да-да-да-да, не беспокойся, я знаю, что он послал ей. Я только хочу узнать, приходил он сюда или нет. Так он приходил? Или нет? Нет, нет, не приходил. Дело в том, что ее пригласили пообедать. Ой, вам не кажется романтичным, представляете себе? Обед с шампанским. Вы не находите это романтичным, шеф? Нет, мне это кажется не столько романтичным, сколько банальным. Ты свободна. Большое спасибо. Не за что. К вашим услугам. До свидания. Тебе очень идет этот костюм. Благодарю вас. Этот цвет. Послушайте, сеньор Демокрасио, я вам уже сказала, что пока со мной этого не случилось. Но я хотела бы знать, как поступают в таких случаях. Ну а так как Артуро мой близкий друг, я хотела расспросить его. Но раз он не придет сегодня, то все, вопрос исчерпан. Я ухожу. Большое вам спасибо за кофе. До свидания. Всего хорошего. Нет, 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 не уходи. Посиди. Посиди, пожалуйста. Я должен сказать тебе кое-что. Ты очень красивая. Поэтому я подумал, что это случилось с тобой. Хорошо. А как же слезы? Слезы? Видите ли, дело в том, что я ужасно сентиментальная и плачу из-за всего. И кроме того, я так разволновалась. Просто очень. Ты разволновался. Но это ничего. Ладно. Раз уж Артура не пришел, и ты не смогла с ним поговорить, то послушай меня минуточку. Ты сказала, что он твой близкий друг. Я тоже близкий друг индейца, как мы его называем. Выходит, что мы с тобой... тоже должны быть близкими друзьями. Никаких проблем. Сейчас уже поздно. Давай я провожу тебя до дома. Я смогу помочь тебе. Без всяких проблем. Проводить до дома? Ну, если только до дома. Пожалуйста, идемте. Артура, я не хочу касаться этого. Я не обязана давать тебе объяснение. Напротив, это ты должен объяснить мне то, что случилось много лет назад. На каком основании я должна исповедоваться перед тобой? Я не об этом говорю. Мне только нужно знать, думала ли ты, что я вдруг захочу сделать то, чего не сделал тогда. Почему только сейчас? Почему я должна тебе объяснять, что за отношения у меня с этим парнем? Разве я спрашивала тебя, что у тебя с Габриэлой? Как бы тебе это понравилось? Но это совсем другое дело. Ничего подобного. Ладно, в конце концов, я пришел не из-за этого. Я пришел, чтобы увидеть тебя. Ты мне нужна. Ты мне нужна, потому что я тоже человек, нерешенный чувств. И у меня есть право исправить свою ошибку. Линда, я наделал немало ошибок. Но я имею право исправить... Хотя бы некоторые из них. На это я имею право. Имею, Миранда. Успокойся. Вот видишь, я справлюсь с этим. Я сделаю то, что требуется от меня. Я не подведу.
Ладно. Ну? Ты мне должен доказать, что ты тот человек, который мне нужен. Я не должен сомневаться в этом ни на минуту. Глупая и упрямая девчонка. А полицейский такой же тупиц. Идиот. Почему ты же внимаешься, а? Ясно, ясно. Все ясно. Они ведь... Они ведь романтичные натуры. Такие нежненькие. Да. Не знаю, но почему у меня все выходит боком, а? С тех пор, как я познакомился с этой глупой девчонкой, у меня не было никого. Можно? Нет, нельзя. Зачем ты пришла? Любимый, мне нужно поговорить с тобой. Ты выпиваешь? Странно. А что плохого-то, а? Вино производят, чтобы его пить. Мне кажется, я не пил уже несколько лет. У тебя плохое настроение? Нет, я счастлив, счастлив. Разве не заметно, что я счастлив? Незаметно? Рикардо, скажи, в чем дело? Несмотря ни на что, я могу быть хорошей подругой. Вот именно, несмотря ни на что. Я могу быть лучшей подругой. Я знаю, что у тебя что-то не ладится. И ты прикрываешь это цинизмом и самобичеванием. Прошу тебя, перестань говорить глупости. Да, любимый, да. Ты занимаешься самобичеванием. Я прекрасно понимаю это, потому что я похожа на тебя. Я сама наказала себя, выйдя замуж за человека, которого не люблю. Мы похожи с тобой, как близнецы. Только я не женат. Хотя ты и не хочешь замечать этого, но мы двое потерпевших крушение в море одиночества. Тогда нам надо опасаться волн. Выпей немножко. Это ведь не повредит. Совсем не повредит, а? Он такой зануда, постоянно расспрашивал о тебе. А под конец совсем разозлился. Об индейце, подружка, и говорить нечего. Я его видела. Он очень плохо выглядит, очень плохо. А если к этому добавить допрос, который мне учинил шеф сегодня утром, то все становится предельно ясно. Как дважды два четыре. О чем ты говоришь? Не понимаю. У тебя все мячи идут низом. Понятно? Послушай, оставь эту бейсбольную терминологию и скажи нормальным языком то, что ты хочешь сказать. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Но ты хочешь ясности, пожалуйста. Сеньор Рикардо Линарес ревнует тебя к сеньору Артуру. Он вне себя от ярости. Тебе это нравится? Он вне себя. Или, как говорят в моем городке, он втрескался в тебя. Не смотри на меня таким колючим взглядом. Самое главное, это то, что ты тоже влюблена в него. Или, может быть, ты что-то чувствуешь к Артуру? Нет, тебе нравится Рикардо Линарес. Он нравится. Нравится он тебе, Габриэла. Рикардо Линарес. Понятно? Очень нравится.